Здравствуйте. Сегодня хочу вас познакомить с новой моделью от китайского производителя Zoppo, модель ZP100. Сама моделька порадовала хорошей производительностью, качеством сборки, комплектацией. Для начала давайте осмотрим переднюю панель. На ней расположены сенсорные кнопки 4. Есть датчик освещенности при разговоре, затухание экрана. Есть передняя камера и динамичек для разговора. Дисплейчик у нас емкостной, 4,3 дюйма. Сенсорный экран QHD XP 960 на 540. Разрешением на 5 точек касания идет, 16 миллионов цветов. На боковых панелях мы видим разъем для подключения к компьютеру, также зарядки. С верхней части есть кнопка включения и выключения телефона. 3,5-дюймовый разъем стереонаушников. Есть кнопочки уменьшения и увеличения громкости. Также реализовано в этой модели быстрый доступ к функциям фотоаппарата. Кнопочка «Сфотографировать» и кнопочка для перехода с фото на видеосъемку. С нижней части мы видим сам микрофончик и разъемчик, можно присоединить шнурок. Задняя панель у нас идет с логотипом Zoppo. Видеокамера 5 мегапикселей. Фотовспышка и довольно-таки громкий динамик. Давайте мы его откроем, посмотрим, что у него внутри. Корпус сделан из очень хорошего пластика. Крышечка лежит довольно-таки хорошо. Открывается тоже нормально. Качество довольно-таки хорошая. Значит, внутри мы видим разъем для флеш-карты, расширяющийся до 32 гиг, и два разъемчика для обычных карт с поддержкой GSM, VCDMI, 3G, HSPI частот. Далее, сам телефончик порадовал хорошим процессором на базе MTK6575, 1 ГГц. Четырехгиговый ROM и 512 мегабайт RAM памяти с расширением до 32 гиг. Так. Теперь давайте осмотрим саму комплектацию телефона. В самой коробочке мы с вами видим и защитная пленочка от нашего интернет-магазина. Также есть инструкция. Очень довольно-таки красочная. Даже не зная китайский, можно понять по картинкам. Дальше мы видим с вами зарядное устройство. Вот так оно выглядит у нас. Вольт на 1000 миллиампер с 0,2 ампера. Дальше есть USB кабель для нашего девайса, мини USB для подключения и для зарядки, многофункциональный. Есть еще логотип Zoppo и есть у нас
стерео наушники, гарнитура с функцией быстрого ответа, с разъемом 3,5. Довольно комплектация такая неплохая. По качеству динамиков очень даже хорошо и понятно все слышно. Теперь давайте с вами осмотрим нашу модельку. Вот так она запускается. О самой модели могу вам сказать, очень был удивлен, когда узнал, что в этой модели 65-75 процессор, 1 ГГц частота. Как видите, очень довольно быстро работает. Это основной рабочий стол. Есть быстрый вызов других рабочих столов, переходы, вот, добавление панелей и удаление. Есть возможность скрыть верхний бар, чтобы он нам не мешал. Видите, его нет, он есть. Вот фонарик. У фонарика есть тоже несколько возможностей. Значит, мы можем управлять яркостью больше или же меньше со самим фонариком, а также мигание фонарика есть возможность. Вот. Быстрый выход. Снова зашли. Теперь по поводу фото-видеокамеры. Фото-видеокамера 5 мегапикселей с хорошим разрешением, с качеством съемки. Можем попробовать, как это все произойдет. Довольно приятный такой звук. Снимает очень хорошо. Можем увеличить. Увидим все надписи. То есть это реальная 5 пикселей. Есть возможность настройки сразу. Сделать улыбки, улучшить сепия. То есть очень много настроек. Даже визуальные, без текстовых. Хотя можно настроить даже от поставить качество 1,3 пикселя до 8. Так. Дальше у нас есть еще второй рабочий стол. Программы, с которыми мы можем с вами поработать. К примеру, можем взять файл оперу. Это первый запуск. Сейчас она загрузится через интернет. У нас уже стоит здесь карта. Интернет подключен. Пока опера загружается, я могу вам рассказать о верхней панели, на которой есть быстрый доступ к настройкам. Включение и выключение Wi-Fi, Bluetooth, передача данных, GPS, громкость, режим полета, синхронизация, Wi-Fi, включение автоповорота. И основные настройки, которые вам надо будет под себя эту панель настроить. Как бы мы с вами переключили поворот экрана. Видим, что девайс отвечает довольно-таки быстро. Ну. Вот мы с вами уже в Одноклассниках. То есть ВКонтакте, простите. Можем. Есть приложение у нас тоже Одноклассники, как бы быстрый доступ. Есть ICQ, WebMoney. Что удивило меня, Office. Офисное приложение реализованы довольно-таки очень хорошо. Мы можем с вами найти документ, прочитать его, к примеру. Так.
где мы с вами фотографировали вот картинку. То есть эту картинку мы с вами можем, даже если у вас есть анахромные очки, есть в приложениях, нажать 3D, потом снова скинуть это приложение. Видите, поляризация изменилась. Есть возможность скинуть потом на компьютер и смотреть в 3D качестве ваши фотографии, которые вы сделали на природе или интересующие на каком-то отдыхе. Давайте с вами зайдем еще в настройки. Можем посмотреть, как у нас производится работа самого телефона. Модель ZP100, версия Android 2.3.6, 1 ГГц процессор MTK 6575, 4 ГБ ROM памяти, 512 RAM, расширение до 32 ГБ максимальное. Вот. Есть возможность управления сим-картами сразу. Голосовой вызов, видеовызов реализован в этой модели. Беспроводные сети, тонкая настройка, включение-отключение режимов. Также есть настройки блокировки экрана. Вот, к примеру. Мы сделаем так. И теперь, если мы выключим с вами телефон, вот, теперь мы включаем с вами, делаем разблокировку. И пока вы не ведете правильно ключ, телефончик другой никто, кроме вас, не сможет включить. Дальше, хотелось еще сказать по поводу производительности. Есть такая программка Zausan, и она полностью показывает все датчики, которые у нас работают, с полным описанием. То есть камера снимает, задняя, передняя, так же самое видим, с разрешением, с полным описанием. GPS навигация. Дальше датчики движения, Wi-Fi, Bluetooth, сим-карта. Как бы много настроек есть, компас. Вот. То есть датчики этой программы мы тестируем полностью, что у нас действительно работает полностью все датчики. То есть, допустим, вот здесь написано разрешение 960 на 540. Это соответствует реальности. Вот. Полностью все у нас датчики готовы. Дальше. Есть возможность быстрого доступа к переходу к каким-то из панелей, к примеру. Есть возможность создать новые окна, удалять окна и возможность закрытия верхнего бара. Он нужен. Здесь тоже есть реализовано сразу быстрый доступ к разным настройкам, таким как Wi-Fi, Bluetooth, передача данных, GPS, звук, режим полета, синхронизация, автоповорот экрана. Вот мы его включим сейчас. С вами посмотрим, как работает. То есть мы переворачиваем. Есть возможность работать вот в таком вот свете. Для себя хотя бы. То есть для удобства. Думаю, достаточно нам видеообзора. Есть возможность еще даже нам поиграть с вами на гитаре. То есть поддержка именно сенсора полного.